Итак, привет всем. Попытка изготовить слайдер без батареек, который бы ехал за счет гири. С одной стороны есть гиря 2,5 килограмма весом, с другой стороны бутылка водой 5 литров. Вероятно, весит около 5 килограмм. Делаю в ней дырочку. В моем представлении она должна будет начать тащить груз в ту сторону и двигаться. Сейчас посмотрим, ошибаюсь я или нет. Настрою камеру, попробую отснять что-нибудь. На, вроде все. Так, да, дальше. Так, камеру сейчас включаем. Первую дырку сделаю канцелярским ножом. Не хватает ей равновесия. Ну что ж, начали.